видеоподготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 104, упражнение номер 9. Состав 4 разные задачи, которые решаются одинаково так. 10 минус 8 равно 2. Первая задача. У Димы было 10 конфет, 8 он съел. Сколько конфет осталось у Димы? Вторая задача. У Маши 10 открыток, а у Оли 8. Насколько открыток у Маши больше, чем у Оли? Третья задача. В одном вольере зоопарка было 10 птиц, а в другом на 8 меньше. Сколько птиц было во втором вольере? Четвертая задача. В коробке было 10 красных кубиков. Это на 8 кубиков больше, чем синих. Сколько синих кубиков? Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.